быть мужчиной нелегко. Это я скажу вам честно. Надо нам давать за вредность булочки и молоко. А еще немного пива и сушеных карасей. И билеты на футбол для меня и для друзей. И почаще отдыхать, чтобы мы могли легко наших женщин защищать одной левой рукой, а другой держать бокал, чтобы выпить за мужчин. 23 числа много есть на то причин.